Так, соседушка, надеюсь, что ты меня не видишь. Так, ого, я вижу попу, блин, от соседа. Ну, знаете, это такое себе зрелище, когда он еще и танцует. Ну так, соседи, нового допрыгались. Скоро к вам прилетит НЛО. Да-да, и захватит вас. Вот будет смехота. Здравствуй, захвати. Вот эту соседку этого соседи этого. В смысле, нет, давай их иди забирай. Я сказал, где их забирай? Нет, не меня же! Так, вот коровка, держи тебе сено, вот молодец. Ой, все, у тебя, кажется, еда закончилась. Но я хочу еще. Блин, бедная коровка. Она хочет еще есть, и у нее нет сена. А, блин, сосед, ты что танцуешь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, он еще и поет, он просто, наверное, певец вместе с балериной. Ой, как у меня голова кружится, кто меня яблоком пульнул? А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1! Молодец! Я даже вообще не могу представить, кто у тебя яблоко пульнул. О, кстати, давай уж полицейский, здравствуйте! У вас есть сено для коровки? Нет, к сожалению, у меня нет, я слежу за городом. Как у нее может быть сено? Я сама не знаю, как у тебя может быть сено. О, здравствуй, Мэри. А у тебя есть сено? Конечно же, есть! Вместе с леденцом, конечно же. Ну, это понятно, у вот этой девочки с леденцом у нее постоянно есть леденец, ну, естественно. А вот и Питер, у него, кстати, тоже есть сено. Почему он тогда не дал этой коровке? Блин, бедная коровка, вот держите сено. Ура? Серьезно? Только мне нужно Питера дождаться. Ну да, естественно, чтобы он покормил. Так, давайте разгоняемся и прям на крышу. Блин, как тут чувак вообще забрался, этот Питер? Так, а теперь давайте это сено дадим той коровке. Так, давайте раз, два, три и кидаем, все. Осталось нам еще одно сено добыть. Интересно, где оно? Так, где же оно может быть? Так. Да, конечно, у приятеля соседа здесь городок, или даже, может быть, райончик, ну, большой такой. Ну, много, конечно, домов всяких. А, вот, как раз-таки у мистера Брэнси есть сено. Давайте возьмем это. Оп, давайте берем. Опля, и все. Осталось скормить всего лишь вот этой вот одной вязанки, или как она называется. Ну, в общем, вот этим вот. Все, товарищ полицейский, я сейчас накормлю коровку. Классно. Да, действительно, кстати, знаете, зачем я собираю сено? Вы сейчас и узнаете. Так, ну что, коровка, ты готова? Вот так. А, нет, осталось самое последнее сделать. Взять вот это вот... какой-то пистолет. Как вкусно, какое вкусное сено. Ой, что? Я хочу в туалет? Нет, не здесь же. О-оу, кажется, у нас коровка накакала. О, стоп, у меня, кажется, появилась идея. Я сейчас прыгану соседа с помощью этой какашки. Да, вы даже не представляете себе, но я действительно так прыгану. Так, давайте мы даже это произведение искусства даже не будем трогать, а просто понесем прям к подъезду. Привет, соседу, вот будет классно. Классно, наверное, пранк получится. Привет, сосед будет, наверное, просто в шоке. Будет, наверное, очень рад. Так, вот там товарищ полицейский ходит. Товарищ полицейский, смотрите, что я готовлю для привет соседа. Что такое? Не подходите ко мне. Лучше бы домашнее задание сделал. Ну, с этим я согласна. Все-таки уже учебный год начинается и все такое. Как раз таки можно уже всех попранковать. Так, ой, что? Нет, я на себя в какашку. О нет, даже лицо. О боже. Блин, классно, конечно, у нас получилось. Вы видели вообще, как круто. Так, вы честно черчу вот это. И все соседи подумают, что к нам прилетело НЛО. А на самом деле, это сделал я. Вот будет смехота. И зачем он это сделал? Смотрите, это же место для вертолета. Ха-ха-ха, они так и подумают, что это сделал НЛО. Да, действительно, около его дома где-то затерялось там НЛО, который нарисовал место для вертолета. Гениально, но это только сосед так думает. Ну да, на самом деле, откуда оно могло взяться? Ну, естественно, у него же есть трактор. То есть, наверное, товарищ полицейский в курсе. Если он постоянно здесь ходит. Поэтому никакие НЛО здесь не прилетали. Так, что у нас здесь есть в доме, привет, соседа? Так, здесь есть какие-то батарейки. Так, в подвале у нас ничего нет. Обычно был там подвал всегда. А сейчас его не оказалось. Да, это странно. О, смотрите, здесь есть ключик. О, прикольно то, что даже здесь есть ключик. Надо сейчас привет соседу будет показать. Будет, конечно, очень классно. Гарантирую просто. О, как раз привет, сосед танцует. У нас какой-то балет, смотрите.
А ну-ка иди сюда! Ты еще и мой ключ взял! А ну-ка верни сюда ключ! Быстро! А то схвачу тебя! Эй, не наезжай на меня! Это мой ключ вообще-то от моего дома! Ну, типа я подмигнул. Ладно, давайте возьмем яблоко и просто запулим его вот сюда. О, боже. Так, а сейчас давайте мы заведем трактор, пока приедет сосед. Как бы... Пока приедет сосед, там у него голова кружится. Пока приедет сосед, голова кружится. Вот. Так, вот как раз таки тот трактор. И теперь давайте мы просто поменяем ключи. Так, что нам нужно сделать? Так, давайте. А, нам нужно найти канистру с топливом. Ну, естественно. О, смотрите, вот это у него домик, конечно, на дереве. Классный. Давайте мы на него заберемся. Может быть, там, естественно, что-нибудь есть. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Так, давайте поднимаемся сюда. Так, поднимаемся. И интересно, а что здесь? Так, здесь вот как раз-таки канистра с топливом. Ну, это было похоже, знаете, такая штука, которую поливать цветы. Этой штукой. Ну, это даже не канистра с топливом. Но, может быть, это даже канистра с топливом. Мы все-таки не знаем. Блин, сосед. Смотри, что у меня есть. У меня есть для тебя другое яблоко. Ой, боже, как они галакрышно. Боже, зачем я вообще эти яблоки вырастил? А ну-ка, иди сюда. Да, я иду к тебе. Точнее, я не собираюсь даже идти к тебе. Вот это везде яблоки. Он даже не остановился. Это странно. Блин, сосед, ну отстань ты от меня, чё он ко мне так пристал, просто, ходит за мной, да и ходит. А сейчас он вообще стоит. Гениально просто. Он сейчас просто танцует балет. Ладно, мы можем пока раз-таки подождать, пойти за его спиной. Или даже просто обойти. Блин, обойти не получилось. А там товарищ полицейский как раз-таки ходит везде. Так, ну все, блин, сосед, вот здесь ты меня точно не поймаешь. Где он? Я не вижу, вот он там, нужно бежать. Да. Ой, блядь, сосед, что ты сделал? Я врезался в забор. Понятно, ты что, голову достать свою не можешь? А, нет, смог. Сейчас рука у него только застряла. Да. Это, конечно, очень странно. Мне интересно, как это отреагирует на этот товарищ полицейский. Ой, у меня опять голова застряла. Ну, блядь, сосед, зачем ты тогда делаешь такие ворота, у которых у тебя... Ой, боже мой. Ой, где у тебя голова застревает? И зачем его вообще туда вставлять? Так, ладно, давайте все меняем. Так. Канистру заливаем, ключ поменяли, и все. О, она завелась, этот трактор. Так, давайте поменяем как раз-таки здесь то, что он начертил. Так, все готово. Теперь привет сосед точно обрадуется. И это будет не какое НЛО, а прям вообще. Так, ну, нужно посмотреть на мое произведение искусства. Что? Кто это сделал? Наверняка это та девчонка. Да, наверняка это я. Потому что, ну, я, естественно, старалась, сделала смайлик все-таки. Так, ну все, я зол, мой рисунок испортили. Я больше этого не выдержу. Кто здесь? Где ты? Ты где? С моим трактором ездишь? Ты у меня еще заплатишь за этот трактор. А ну-ка в погоню едешь за бред соседа. Прямо сейчас его раздаем, может быть. Сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. О нет, он гонится за мной. Вот негодяй, тебе не нужно еще и бежать. Да, теперь мне нужно догонять еще и привет соседу. Вообще классно. Так, давайте. Ускорители берем, чтобы все-таки у нас трактор был как бы быстрее. Так, давайте. Вот сюда. Ой, блин, замедляется. Так, нам нужно с вами сейчас догнать привет соседа, потому что если мы не будем догонять, то, естественно, блин, тогда мы не сможем его догнать. Понятно же. Так, где же у нас можно взять ускоритель? Ой, мы сейчас будем здесь долго так ехать. Так, вот ускоритель. Так, хорошо. И где же у нас привет сосед? Он что, такой быстрый? Я не понимаю, как он не устает вообще? Он что, какой-то спортсмен? Так, ладно, давайте вот здесь тоже проедемся. Отлично. Так, теперь... О, вот привет сосед, я вижу его. Чувак в платьишке, это, по-моему, привет сосед. Нам нужно срочно за ним ехать. Так, я почти уже его догнала. Ну все, привет сосед. Сейчас я буду капец. Так, ускоряемся, и все. Наконец-таки мы захватили привет соседа. Так, я бегу от него! Нет, неужели? Он меня схватил! О, нет! Как же мне выбраться из него теперь? Ну все, я зол! Как же мне это надоело! А как это еще может не надоесть? Ну, только представьте! Вообще, это было смешно выглядело! Вызовите, пожалуйста, НЛО! Такую тарелку летящую! Вот это не подойдет, чтобы засасывало! Да, людей всех! Вот, пожалуйста, вот всех моих соседей, чтобы они меня не доставали! Вот это да! Вы видели, что привет сосед придумал? Товарищ полицейский!
Там, блин, сосед с ума сходит. Он хочет вызвать летающую тарелку. Мне это не интересно. Да, блин, все-таки товарищу полицейскому ничего не интересно. Привет, сосед, что ты вообще творишь? Он хочет еще летающую тарелку. Блин, ну коровка, конечно, здесь классная. И что, ты меня даже здесь поймаешь? Да, это странно. Почему, зачем вообще привет соседу везде меня ловить? Даже когда я его не дома. Ты мне надоел, ты еще его в трактор закинул. А, ну тогда я уже понимаю. Блин, я уже... Уже несколько минут, как привет сосед ходит за мной. Ну все, вот здесь ты меня не поймаешь. Да, действительно, ля-ля-ля-ля. Да, ну, кстати, здесь крыша, и здесь такой красивый вид. Ну, Питеру я немножечко завидую от такого вида шикарного. На горы, ты на горы. Да, Питер, ты выбрал хорошее место, я тебе так скажу. Еще и для коровки, наверное, вообще классное. Ну, смотрите, здесь как раз-таки тот пистолет. Ну все, привет, сосед, надеюсь, что ты меня не видишь. Так, давайте подойдем к нему. И, ой, боже мой, я вижу попу, привет, соседа. Ну, знаете, такое себе зрелище. Да, давайте мы лучше его подальше унесем, чтобы он меня не поймал точно. Вот здесь, здесь он меня точно не поймает. Вот, вот здесь. А ну-ка, иди сюда, ты что на мою попу смотрел? Нельзя было на нее смотреть, ты что, ты совсем что ли? Товарищ полицейский, за мной гонится, привет, сосед. Вы что, в догонялки играете? Какие догонялки, смотрите, он за мной просто гонится. Блин, мне, конечно, это не нравится, потому что за мной привет сосед просто так ходит, блин. А товарищ полицейский здесь на что? Он просто ходит и все? Так, о, интересно, а что это? Давайте посмотрим. Так, заходим в эту штучку. Как вообще, что это такое? Так, а вот, все. Так, взлом датчика. О, год, так, давайте взломаем что-нибудь. Нам нужно куча раз нажимать. Так, нажимаем. И... Все. Цель успешна, как бы... Все хорошо. Здравствуй, Мэри. У тебя что, леденец не заканчивается? Конечно же, не заканчивается. Ну, естественно. Так, знаете, лучше никому не разгадывать то, что... О, привет, соседка хочет просто вызвать НЛО. Так, нажимаем быстрее. Чтобы вот это вот... Как это называется-то? Летающая тарелка? Все-таки на привет соседа просто накинулась. О, смотрите, какие миленькие котята просто. Вообще не могу. А это кто еще? Это что, инопланетянин какой-то? Блин, ну эти тоже классные, конечно, котята. Просто отпад, мне прям нравится. Они такие миленькие. Ну ладно, давайте уже про котов не будем обсуждать. Нам нужно все-таки взломать все датчики, которые здесь есть, чтобы пранкануть здесь на привет соседа. Так, 3, 2, 1. Так, нажимаем быстрее. Так, чтобы все-таки на привет соседа было все. Так, взломываем датчик. И у нас это вышло. А теперь нам... Сколько осталось датчиков? А, все, по-моему, уже все. Или хотя нет, он же четырех, как бы. Он же четырех сказал. Так, привет, сосед, что-то там ходит. Мистер Китаец. А, вы знали, что привет, сосед хочет вызвать летающую тарелку? Хотя там скоро китайцы сами уже сделают летающую тарелку и НЛО. Ладно, так, нажимаем. Ну, скорее всего, китайцу просто неинтересно это. Мистер Китаец. Так, ну где-то моя летающая тарелка. Так, все, скоро. Кстати, мы уже допрыгались, соседи. Скоро будет вообще классно. Че-то тарелка сюда прилетела. Иди за вот этим. В смысле, нет, иди за ними. Я тебе сказал, иди за ними. Нет, не меня же. Нет. Ого, вы видели просто, как прикольно получилось. Как мы вообще его сегодня запранковали. Поэтому ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там.